Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня мы посмотрим с вами Darkness Dungeon. Игрушка, которая прямиком из Kickstarter, в жанре Rogue Action. Это такая пошаговая бродилка по подземельям. Она имеет, в принципе, пошаговую боевку и является дико хардкорной игрушкой. Собственно, давайте не будем много размусоливать. Может, я говорил, может нет, уже память дырявая. А игрушка выпущена конторой Red Hook. Так, я тут немножечко пробовал. До свиданница. Будешь Даркнессом, почему бы и нет? Наш мир будет называться тьмой. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside, leading only, I fear, to ever more tenebrous places. There is a sickness in the ancient pitted cobbles of the old road, and on its writhing path, you will face viciousness, violence, and perhaps other damnably transcendent terrors. So steel yourself, and remember there can be no bravery without madness. The old road will take you to hell, but in that gaping abyss, we will find our redemption. Ну, собственно, такое и начало. Сейчас начнется обучение. Сейчас нас поводят, покажут. Чё, как, зачем, куда? И погонимся вперед, сломя голову. Вот у нас есть, собственно, два героя. Вот так вот и выглядит интерфейс. У каждого из героев свой показатель жизни, показатель стресса. Свои, естественно, навыки. И вот такое вот окно плюсов и минусов героя. То есть это негативные эффекты, которые он набывает, например, за по мере прохождения. И вот такие позитивные. То есть у каждого героя они свои, в зависимости от того, как вы ведете бой и, в принципе, как вам везет. Перевода этой игрушки нет, поэтому... Brigands have run up these lanes. Keep to the side path. The hamlet is just ahead. Вот и первый враг. Dispatch this thug in brutal fashion, that all may hear of your arrival. Он зарезистил кровотечение. А у нас пошла кровь. Ладно, добивай. Press this advantage. Give them no quarter. Победа, золото. Мы можем обыскивать всякое. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Всякое лежащее, в принципе, на обочине. An ambush. Send these vermin a message. The rightful owner has returned, and their kind is no longer welcome. Там 35 жизней у тебя. Ну, половину хп я тебе снес, мразь такая. Давай дефайся. Будешь дефаться. Хорошо. Ага. Ну, в принципе, нормально. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Так, ну чё, будем сбивать его дамаг. Хорошо, он нас не дамажит почти. Ага, то есть наш воин устал, решил отступить назад. Это плохо, потому что он
встает под атаку. Забафаем нашего варьера. Так. Хорошо. Резист кровотечению. Бей! Семерка. Неплохо. Зарезистил кровь. Принял удар по телу. 16 хп. То есть вот так вот происходит боевка. У каждого из персонажей есть определенное количество доджа. То есть это их вероятность на то, что они увернутся. Но тем не менее, у персонажа может быть и 0 доджа, но вы по нем не сможете попасть. Также есть вот такой вот индикатор факела. Когда факел погасает, враги становятся сильнее, наносят вам больше ДПСа, но при этом и вы наносите больше ДПСа, и ваш шанс крита увеличится. Плюс, а к этому всему, есть большая вероятность найти хороший лут. Бам! Хорошо. Мы выполнили нашу первую миссию. Ага. Ну и как вы поняли, вот в сундуках может быть не только что-то хорошее, но и ловушки. Минус 10% Death Blow Resist. Это от какого-то яда сопротивление уменьшилось. Black Horse. Не получает теперь стресса, когда передвигается по темным локациям, что ли. Как-то так. Тут английский есть довольно непростой, но тем не менее. Все читаемо, все проходимо. Welcome home, such as it is. This squalid hamlet, these corrupted lands, they are yours now, and you are bound to them. Тут, как вы видите, у нас есть квесты, которые мы, если пройдем, то будем большими молодцами. Тут их довольно много, на самом-то деле, да? Но есть куда расти, сейчас я вам покажу все это. То есть мы должны победить некромансера, принца, ну много всяких уродцев. Спасибо, не надо меня обучать. Тут мы можем нанять men, soldiers and outlaws, fools and corpses. All will find their way to us now that the road is clear. Нанять новых бойцов, то есть мы получили нового бойца такого вот. Как Виталиус, да? Виталиус. А, у тебя некромания, ты... Чкрафтед. То есть ты боишься всякого оживленного. Вот. А ты девушка? Ты ведь девушка. А у тебя сопротивление уменьшено. Она у нас хил. А ты у нас кто? В маске чумного доктора. Ты бафер, да? Ты можешь бить. Ты можешь станить, да? Ага, то есть ты такой, типа. Ну ладно, хорошо. Это на самом деле не важно. Тут каждое здание мы можем прокачивать, пока что. More arrive, foolishly seeking fortune and glory. Пока что, как вы видите, все закрыто. Все абсолютно. Ну вот есть только кладбище, в котором Most мы можем will end up here, covered посмотреть. In poisoned earth, awaiting merciful oblivion. Кто подох у нас за время рейда? A mecca of madness and morbidity. И Your вот это begins. Вот. Все, собственно, земли. Так, а я могу где-то тут закупиться? Судя по всему, пока нет. Так, ладно, ставим тебя. Как они там? Ты можешь применять все только на третьей позиции.
ты можешь применять все на предпоследний и на последний, да? А ты как? Ага, первый, второй. Второй, третий. Ну, вот так я вас, собственно, и расставлю, получается, да? Вот таким мы складом пойдем штурмовать первый донжон. The cost of preparedness measured now in gold, later in blood. Чего? 5 факелов. Ой. Одну лопату. Один элик. 6 бинтов. Одну эту херню, один ключ. То есть, в принципе, можно сказать, всего набрал. Но, тем не менее, я думаю... А, ладно, еще пищу возьму. Чё бы не. Пускай будут. Всё-таки первый взгляд надо показать всего и не сдохнуть по возможности. Поэтому давайте пойдем в первый данж. Уже серьезный, без всяких шуток. И я вам покажу, что, собственно, уже представляет не обучение, а, собственно, нормальный данж, который тут производится рандомно, собственно, но является дико странной и рандомной херней, то есть нам может повезти, а нам может и не повезти. The fiends must be driven back. And what better place to begin than the seat of our noble line? Так, let's go. Ну давай, ты все равно первый идешь, да? Ого, ты задоджил трап. Это ты молодец. Так, давайте, ты у нас получаешь, я вижу, стресс. Давай. Ага, ты прокачался, да? Но тем не менее, ты получил и стресс, а неплохо. Хорошо, видите, одну комнату мы прошли. Ага, в конце драка. Хорошо. Давайте двигаться туда. Давай, ты у нас будешь открывать эту всякую разную, да? Ага, вот тебе и отравление. Ну, собственно, лечить я тебя, наверное, не буду. Или придется. Сколько у тебя хпшечки? Бля, в жопу оставлю на этот самый набой. Первые нормальные враги. Плюется на хилера. Когда он плюется, как вы видите, сильно возрастает стресс. Ага. Вы кто вообще? Вы хьюманы, то есть вы люди. Это плохо. У меня кровотечение. Дело дрянь. Хорошо, я умею лечиться, собственно, от кровотечения. Давай мы тебя бафнем на дефенс. Так. Затем. Ага, он доджит. Да-да-да, эта мразь умеет доджить. Давай, херани немножко. Ага, он застанет. Это слава. И на четверку у нас бьет. Ой, еще и кровь ему пустил. Ой, красавчик. Получите все, мрази. У него кровотечение, он сам по себе умрет. И еще, блин, моему плуту пустили кровь. Да, до хера возрастает, конечно, сразу же. The bigger the beast, the greater the glory. Хорошо, вылечил я его от кровотечения, получилось у меня. Давай-ка хиль всю пати. Нормально, на 2 похилил всю пати. Ну что, товарищ, давай-ка... Лупи-ка ему. Ой, красава. Ой, красава.
Раунд 3. Так, ну еще хиль, чё? Порядок, вроде стоим. Но хороший удар на 4. А, ну у него резист, к сожалению. О, он с руки бьет. Сожжёт вот тебе, товарищ. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Хорошо, мы победили. Это было не особо сложно, но тем не менее мы справились. Так. Так. Хорошо, тут у нас что-то засада какая-то и лут. А там тут лут и посредине засада. Поешь, пожалуйста. Ну вот, я думаю, тебе хватит, да? Что ж, двигаемся в следующую комнату. Мы можем пропускать комнаты, насколько я знаю. Ну нахера это делать? Видеть трап. Ой, хорош, красавчик просто. Это значит ловушка. Не засада. Так, вот вы видите, нам индикатор показывает, что заканчивается, собственно, факел наш. Давайте-ка мы его перезарядим. Так, какая-то походная сумка. Давай-ка займись ей. Ну, это карта. Там серьезная засада. Но зато тут лут. Поэтому мы идем дальше. Вот такая вот игрушечка, собственно, вся она про данжи, вся она про то, как вы умеете управлять, собственно, в пошаговых играх своими персонажами, разделять у каждого, каждому по способностям, каждому по потребностям, проще говоря. Но ее даже нельзя сравнить с обычными пошаговыми боевочками, потому что, ну блин, это совсем не то, это небо и земля. Я вот недавно прошел, дай боже памяти, Secret 2. Тоже пошаговая самая стратегия. И, блин, небо и земля, реально. Твою мать! Вы чё, охерели, что ли? Мрази. Нихуя себе. Хиль. Всю пати. Так, у нас проблемы. Сколько у него хп? 2? Свидос. Ты уносишь этого? А вот арбалетчики, это тут реально большая проблема, потому что они критуют, суки. Додж. Прекрасно. А вот этот может выстрелить. Додж. А, все, тогда они бестолковые абсолютно. Так. Сколько тут... А попробуй, что ли. Я больше верю в твой выстрел. Ты не можешь в этого стрелять, да? Порядок. Хиль всю пати. Так, ну мы еще нормально держимся так-то. Только... А, все нормально. Только не критуй, хотел сказать. Додж, херово. Пятерка слетела, резист к кровотечению. Он анхоли. А бонус по анхоли есть? Хил 3 хп. Я даже не знаю. Давай чем-то... Давай чем-то таким. Чтобы он в стане постоял. Ну вот и все, собственно. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Так, давайте хилить нашего чумного доктора.
Ну и доедай, ладно, хер с ним. Вот это будет уже на последние комнаты. Так, мы получили еще один тарч. То есть, еще один факел. Что ж, переходим почти к последней комнате. Блять. Вот это плохо. Вот это плохо. Тут два этих пиздюка, которые стресса нагоняют. Воды. Чумной доктор нормально кинжалом воюет, я так посмотрю. Сколько у него? Должен унести. Хорошо. 4-4-2. Это мразь Анхоли, да? Ну ты не мог на 4 ударить, а как же? Давай. Забирай пацана. Все, они бесполезны в ближнем бою. Я даже не знаю, давай лучше дробью. Потому что эти мрази любят уворачиваться очень сильно. Поэтому давай лучше дробью. Так. Сука. Грузят они меня, грузят. Если просто стресс наберется до максимума, у нас будут большие проблемы. Надо было похилять. Ну ладно. Мисс. Заебись. Опять мисс. У него доджа 13. Но доктор с ним справился. Почему я его хочу называть именно доктором? Вот же наш доктор. Их, по-моему... А да, их можно переименовывать. А нормально. Тогда можно создать свою команду таких искателей приключений. Ладно, го. Нас ждут новые приключения. Так, у нашего пацана там какой-то... Не понял. Как это понимать? Ну, чет. А куда все делось-то? Ладно, ты у нас, короче, больше сундуки не открываешь. Жопа тебя. Ты какой-то дебил. Так. Да, конечно, пожрите, пожрите. И вот видите, периодически наступает такая херня, что им нужно пожрать. А, так что не сжирайте весь хил, если чё. Нас ждет следующий бой. Я думаю, мы справимся. Но до последней комнаты я вряд ли дойду. Лупи по всем. Нормально. Нормально. У тебя стресса не так уж и много. Mortality clarified in a single strike. Крит это плохо. Причем они ходят почти все. Додж, блядь. Очень плохо. Уноси. Так, хилишь? Надо было его бафать, конечно, но ладно. Разберемся. Лупи. Ой, хорош. Всем по пятерке дал. Так, эти уже на кинжалы перешли. Хорошо. Один попал, один задоджил. Хиль. Всех по два. Хорошо. Добивай. Добивай. Додж. Ну, блять, предсказуемо. Ладно. Ой. Ой, хорошо. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Ну что, погнали? Попробуем. Wealth beyond measure.
awarded to the brave and the foolhardy alike. Давай три оставим, все-таки. Последнее, и открывать у нас будет, пожалуй, хил. Хорошо. На, замотайся. И пойдем. Empty. Пустая сумка. Ну что ж. Го вперед, нас ждет еще две битвы. Так, скелеты по 10 хп и по 8 хп. Вроде ничего страшного. Хил. Так, ты бьешь по первому. Хорошо, шестерку снес. Резист от кровотечения, это нормально. Они ведь все-таки мертвецы. Давай по всем. Ну, сносно. Додж, прекрасно. Пас, пас. Ёпта. Ты чё моего чумного доктора бьёшь, мразина? До свидания. А, давай по всем работаем. Хорош. Так, пятерочку пропустил. Чумной доктор, красава. Очень редко миссует и бьет довольно... Ну, нормально бьет, по крайней мере. Так, хил. У нас пацаны страдают. Мочи козла. Тик-тик-тик. До свидания. A trifling victory. But a victory nonetheless. Так, перед тем, как я перейду, наверное, на последнюю комнату, я лучше похилю. А то там должен быть трежер. Да, я был прав. Там трежер. Или не трежер. Дабл додж, ебать. Додж. Кто-то на тройку получил. А, кто это? Доктор получил на тройку, сука, мразь. Так, ну очень плохо. 12-15. Я даже не знаю, что делать. Надо уносить вот последнего. Тебя мы поставим в деф. Святой ты наш рыцарь. Блять, а он хила. Ой, хорошо, зададжил. А ты работай по толстячку. Бля, додж. Как ты мог промазать-то, дурак? Хиль. Они все хьюманы, их бить бесполезно. Ой, блядь. Опять по всем дроби работает, сука. Давай, не промахнись. Хорошо, блидинг. Хорошо. Ёб твою мать. Живи, сука. Давай по всем, я знаю. Этим ты ж хильнуть не можешь, да? Ага, этот, сука. Ладно, давай. Чё поделаешь? Не выстоим, так не выстоим. 11 хп. Хорошо. И блидинг сработал. Но вор мой может погибнуть. Резист от кровотечения. Тут он кровотечение зарезистил. Ну, я не знаю. Попробуй ему втулить или чё. Или давай лучше дробью. Да лучше дробью, наверное. Чтобы этому ещё сзади досталось. Так. Хорошо. Можете бить чумного доктора. Ой, блядь. Очень плохо. Задоджили все. Не, блидинг пошел. Ебаная тварь. На. Я бы не спешил. Замотайся. Хиляни их.
насколько сможешь, конечно. И сейчас будем воевать. Не на жизнь, а на смерть, ребятки. Не на жизнь, а на смерть. Перевяжись. Ой, 7, хорошо. И кровь пустил, значит, он умрет. Давай хил по всем. У тебя 2 хп, ты можешь умереть. Забирай его. Хорошо. И добивай. Все. Это победа. As victories mount, so too will resistance. Как вы поняли, я только что прошел первый рандомный данж. Он довольно-таки непростой, я бы вам сказал. Потому что некие не проходят его даже с третьего раза. В принципе, это везение. Поэтому вот как-то так. Если вам повезет, значит вы сможете его пройти. Если же нет, то нет. Демономания. А вы боитесь демонов. У вас появляется 20% сопротивление стрессу. Так, хорошо. Вот Чумной Доктор мне понравился. Ну, естественно, Дизмос наш. Блуд. Танк наш с двуручником Святой Воин неплох. Хила бы какого-то получше, но тем не менее он и против Анхоли бонус имеет, и бить, короче, он может, и хилить. Так что вроде все нормально, патька такая, неплохая. I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. У нас появилась теперь таверна и храм. Что ж. Fresh kegs, cards, and curtained rooms promise solace to the weary and broken alike. Игральный стол, то есть место для игры, бордель и бар. А кто там у нас наш штопадкий? Где-то тут, я помню, было написано. Я провтыкал. А, я точно помню, что Дисмос у нас. А, нет. Ну давай, иди тогда к бабам, чё. Так, ты у нас. Для того, чтобы стресс это отогнать. Ты у нас доктор Чумной. Пойдешь бухать? Да? Чё бы не, да? Так, Ахилла, наверное, и этого я отправлю в храм. Да? The cobwebs have been dusted, the pews set straight. The abbey calls to the faithful. Посиди, отдохни, короче. Как-то так. Ты помолишься, а ты посидишь. Что? Короче, такие вот дела. Теперь появляется еще тройка, то есть у нас появляется, что это такое, некий чувачок с двуручником, который ДД, причем глухой ДД, еще и может хилиться. Неплохо. У него резист против кровотечения. This man understands that adversity and existence are one and the same. The Bounty Hunter у нас, то есть вооруженный топором и крюком, такой себе дамагер, но может подтягивать, в принципе. Это тоже неплохо, то есть может вытягивать дальних врагов. Ему самое кайфово на третьей позиции, то есть что-то вроде Роги. Беру. The thrill of the hunt. The promise of payment. А у тебя, в принципе, такие же скиллы, как и у моего Роги, только нету, по-моему, этого, шота дробью. Минус 10 дамага и максимум хп и стелс резист. Ой, стресс резист. Ну чё, ладно, хер с тобой.
Давай. Elusive, evasive, persistent. Righteous traits for a rogue. Такое пати-рок получилось. Так, ну здесь мы сами в бордель послали, поэтому давайте его и улучшим. With enough ale, maybe they can be inured against the horrors below. A man in a robe, claiming communion with the divine. Madness. Это пока еще все закрыто. Но, собственно, у меня недостаточно людей для этого. Ага, именно так. И что мне с этим сделать? А ничего я с этим не могу сделать. Придется кого-то из этих с собой забирать. Ладно, пойдешь ты. Ага, тут есть еще свои эти. Или это просто разница в комнате? Девяносто процентов на комнаты, 100% на битвы. Давайте на румсы возьмем и попробуем вот это как раз новую пачку. Вторая, третья позиция. Ты пойдешь на третью позицию, значит. Так ведь? Да, ты пойдешь у нас на третью. Ты у нас либо на первую, либо на вторую. Ты пойдешь у нас на вторую. А тебе вообще хуёво. Либо третья, либо вторая. Вот, блядь. А ты у нас шарпшутером же ж не можешь быть, или можешь? Можешь. Ты самым меньшим можешь как раз на этой позиции. Сука. Давайте попробуем рогу. Вот это вот, который у нас появился. У тебя хпшечки поменьше будет, наверное. Ну, давайте в таком складе пойдем, чё париться-то? Берем еды, берем одну лопатку, один резист, потом факелов. Нет, давай сюда. Уйдем в ноль, короче. Посмотрим, со сколькими баблишками мы вернемся. Не уверен, что у меня что-то получится, но тем не менее я попробую. Еще одну ходочку я схожу и вот. На этом будем, пожалуй, заканчивать. То есть, вот такая вот игрушка, собственно, как видите, боевочка простенькая, пошаговая, ну, относительно простенькая, поэтому тут надо и за скиллами следить, и за своими персами, и оценивать, что могут противники. Ёбаный в рот. Это пиздец. Довольно большая такая халабуда у них. Even the cold stone seems bent on preventing passage. Ловушка, poison. Ты у нас страдать не будешь, поэтому идем дальше. Так, там трап. Простая комната тут. Че это там трежер, но там драка будет по-любому. Давайте сюда пойдем, там же решим. Так, рога у нас ты, да? Ты у нас Баунти Хантер, да ты Хайман. Ай ты, блядь, ну ладно. Тогда буду Хаймана отправлять. Ancient traps lie in wait. Unsprung and thirsting for blood. Давай. Как раз и лопату отбили заодно. Так, ну тут у нас есть драка. Давайте лучше сюда пойдем. Блин, зачем я вернулся? Полбес. Нашли сюда. Блять, тут трап. Давай теперь ты. Да, вот ты красавчик, ты у нас теперь будешь разминировать всю эту херню.
Давай посмотрим на твою удачу. Нихера не нашел. Ой, еба! Я думаю, что так темно стало? А вот и драка за трежер. Нормально. Ой, блядь. А я ж не посмотрел, что у него так много стресса. Додж. Так, Рога получает резист. Это скорее кровотечение. Давай ты вот это вот вытягивай. Хорошо. Там он почти бесполезен. Невероятно хороший удар. Confidence surges as the enemy crumbles. Вот это крутейший пацан, я уже понял. Be gone, fiend. Ох ты, ёпта. 14, да ты профи. Ой, ты еще и смазал. Замечательно. Mortality clarified. Крит на 2. Ой, бля. Да у вас у пацанов. The match is struck. A blazing star is born. Давай, до свидания. Что тут это? Не въебывался. Давай, забафайся. Как раз у тебя баф будет. Ну, я думаю, он не доживет. Ёпта. Это без крита. Это даже без крита, вот это просто замечательный перс. Так, трапт. А, кровь пустили, но я тебя сразу завяжу. Так, давай-ка прошарим, что тут есть. Там трежер какой-то. Поэтому мы пойдем сюда. Ну, давай лучше ты. Что-то тебя на яды везет, чувак. Я думаю, там будет драка. Да. Нихера себе, вы все сожрали, суки. Ладно. Тут должна быть драка. Блин. Хотя паучки. В принципе, ничего страшного. Додж. На первого. Крит. Крит и отрава. Ебать. Паранойя. Это очень плохо. Давай. Executed with impunity. На один. Да у тебя броня просто, блядь, невероятная. И у тебя хп много. Так, он замаркчен. Сейчас проверим, как она по марке будет работать. Давай, гаси. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Опять отрава. Ну тут резист. Давай по марке. А, ты не можешь? Блин, он же подошел точно, херово. Так. Бля, если у него будут такие расти, этот самый стресс, то скоро у нас будут большие проблемы. Вот, видите, он сам по себе походил, я его не трогал. Давай топором. As victories mount, so too will resistance. Ну такой, трежер. Интересный, конечно. Ой, это же, ёпт. Армлет, хп, ресивинг и минус макс хп. Лапер. У тебя 35.
тебя 29. Давай самому такому дадим. Причем он мне очень нравится, поэтому, блядь, макс хп можно и уменьшить, но зато у тебя резист будет хороший. Все. Что же, куда двинемся? Давайте назад вернемся, что ли? Ля, у меня даже нету чем их полечить. Пойду. Да нету тут ловушек, что ты пиздишь-то? Господи. Давайте вот еще в этой драчке поучаствуем. Так, тут у нас железная леди. Давай-ка ты ее. Нет. Лучше ты. Открывай. Ладно, тогда все в порядке. Идем, тут нас драка ждет. Блин. Вперед. Так, 10-10, 8-8. Бей по вот этому, он пока самый такой приятный. 7. Это хороший удар. 7. Это тоже хороший удар. Так, бьем. Пятерочка прошла. Дело дрянь. Марку давай на этого. Гаси. Нихера он мочит. Давай. Ну не кильнул ты пацана, хотя ты мог. Давай проверим, как ты по метке работаешь. 15. Замечательно. Додж. Супер. Давай, добивай. Легкая игра. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Слушайте, это так с такими успехами мы можем пройти этот, собственно, данжик. Хотя я не думаю, у меня слишком мало провизии. То есть, если я вот сейчас не дам им пожрать, то они взбунтуются. В ту next room. Сюда можем сходить и туда можем сходить. Давайте сюда пойдем. Еще 1000 голды. Так, и факела кончаются, блять. Рэп здесь уже, ну. Так, ну похилиться в принципе нечем. И хила у нас с вами нет. Ладно, пойдем так, как есть. Блять, два арбалетчика сейчас разъебут, сука. Ух и прах. Бафайся, пожалуйста. Так. Бафнулся. Теперь ты. Давай с топора. Красава. Прекрасный удар. Ты даешь подачу вот дальнему. Ты даешь двойку. А ты можешь, кстати, кого-то хилить или только себя, да? Давай. Хороший удар. Так, они в ближний бой пошли. Плохо. Надо будет его за следующий ход хилить. Арбалетный выстрел. Давай на последнюю как раз метку. И ты херач. Зададжил, я хуй. Ладно, хилься. Ты похилился на 0. А нет, на 4. Все нормально. Ты чё, охерел что ли, блядь? Мразь. Ты чё делаешь? Мудак. Ладно. Надо было бить просто. Я не мог отступать. Бей. Меченого. У тебя по метке лучше получается работать, чем у моего товарища. Хилься. Хорошо, 4 себе по отхилу, нормально. Ты получай за то, что, сука, пытался сбежать. Так. Чё ты можешь? Ну давай. В этот самый банк попадет.
ты добивай. Че, не добил? А, у него же много хп. Да-да-да. Додж. Прекрасно. Довольно легко. Добивай. А вот это что? Ага, это тоже на себя, это баф. Додж. Ну заебись. Ты что, стрелять не можешь? Мудак. Ладно, сиди в бафе тогда чё. Чё я тебе могу сделать? Да, такая несбалансированная пачка у нас получается. Давай меняйся, мудак. Так, мы находимся вот здесь вот. Нам... Давайте туда пройдем. Я думаю, вот это вот последняя комната будет, если чё. Ну давайте туда еще смотрим. Что-то затягивает эта игрушка. Подожди, тут же никого не было. Ебать. Я уверен, что тут никого не было. Резист. Замечательно. А вот ты сейчас... Ага, задоджил. Тоже задоджил. Это какие-то херовые моллюски. Блин. Мочи. Ублюдков. Давай. Он мне на воина из Моровинда похож, реально. И маска что-то такая, и броня похожа. В обмотках они вечно ходили. Реально, рыцарь из Моровинда. Давай. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Так, мы пойдем сюда. Тут уже все, как видите, обыскано. Просто рандом, сука. Что поделаешь-то? А он чтоб тут никого не было. И последний факел. Так, хорошо. Если там, тут, короче, не последняя комната, то, наверное, надо сваливать. Блять, а тут ни хрена нет. Вот это очень плохо. Значит, либо вот эта последняя комната, либо вот эта. Давайте пробуем. Пока свет не погас. Ты не хочешь меня слушаться? Да, конечно, тебя могут убить, но ничего не поделаешь. Блин, да не туда. Что ты как это? Пуся, не нервничай. Да нет, тут ловушки. А, ладно. Cruel machinations spring to life. Я не видел. With a singular purpose. Куда-то сюда. Только я не знаю, что тут у нас по пути будет. Да, жрите. Все. Ловушка, кровь, перематывайся. Да заткнись ты, сука. Look at shadows. Тут может быть засада. Не нервничай, что ты бесишь, ну. Нервничает реально. Давай, вот это наша последняя комната. Должна быть. Если это не она, то... Стресс плюс монстр, АЦЦ дэмэдж, зато лут больше и критов больше. Вот. Но это последняя комната. Хватит. Ныть за трахом. Нет, это не последняя комната, значит, чё? Сохранить мы это подземелье, собственно, не можем, значит, мы пойдем куда? Значит, мы пойдем на убой. Хотя я довольно много бабла поднял, поэтому я купился, чувствую, это 3900. Да, кушайте, знаете, ребята, давайте-ка, нам нужно 90%. Давайте сделаем эти ебаные 90% вот до сюда.
Или там без последней комнаты? Да не сытый. А вот это плохо. У тебя и так хп немного. Еще и ловушка, блять. Mechanical hazards, possessed by evil intent. Ага. Ты получил хорошую эту самую. Че ты вообще получил? Я не въебался. Че за баф? Виртуоз. Давай мы тогда тобой виртуозом будем ходить. Раз ты у нас виртуоз. Короче, дойдем до последней комнаты, вот до той, с которой мы пришли, и палим отсюда. Нахер. Не, ребят, надо валить сейчас. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Если сейчас кто-то нападет, то все, это пиздец. То есть 5 хп. 20 хп, 4,5 и 7 хп, я отсюда валю. You will endure this loss and learn from it. 6400 мы подняли на этом. Щиты, картину. Подняли левела нашим героям. Так. Паранормания. Non-chess. Что-то у тебя там с... Я не понял, собственно, название. Так, damage, crit возрастает. Та же беда. Ага, инициатива падает. Ну, нормально, ладно. Мы, собственно, нормально так поднялись, получается. И по денежкам, и по ресурсам. Правда, вот таким пати... I can still see their angry faces as they stormed the manor. But I was dead before they found me. And the letter was on its way. Иди молись за Еб. Точнее, иди отдай почести там своим этим. Что там у вас? Стресс как? Где тот стресс ваш посмотреть? Не, ну ты в принципе отдыхала, поэтому у тебя ничего такого не должно быть. ХПшечка. Тут стресса нигде не пишет. Это бесит. Или я просто не вижу. Ладно, дорогие друзья, что-то я заигрался почти час. Ебаная мать. Make no mistake. We will face ever greater threats. Our soldiers must be ready. Так, вот тут мы можем, собственно, прокачать кое-что. Дисмос. Давай-ка мы тебе что-то прокачаем. Это милишная атака, это рейнджовая атака. Это тоже милишная атака. Но мне придется какую-то из твоих поменять. Так, давай хила посмотрим. Хил на 3-5, хил пати на 1-2. Давай, вот это будешь уметь. Сейчас мы тебе сразу его и выставим. А вместо чего мы его тебе выставим? Вместо книги, наверное, или вместо простого удара? Давай вместо простого удара будешь у нас. В этот уходить. Чисто в бафы-дебафы. Доктор мне понравился, но... Вот этот больше парень. Но я его текущие скиллы улучшать не могу, то, что у него стоит, мне нравится. То есть, соответственно... Жалко, что ты лечить не можешь. Вот это плохо, реально. Было бы у меня два хиллера, цены бы мне не было. Ну да ладно. Ничего не подпишешь. Давай. Ага, тебя я не могу. Ну ладно, собственно, что поделаешь-то. Потом запишем тебя на что-то. А Смит... The bellows blast once again.
the forge stands ready to make weapons of war. Ты ничего пока не можешь, или тебя улучшить просто надо? Ага, нечем. Вот, собственно, еще двое открылись. Еще два. Barbaric rage and unrelenting savagery make for a powerful ally. Барбариан. То есть выпал нам этот самый спинни. Вылетело из головы перевод. Господи, варвар. Барбариан. А ты кто? Что-то у тебя странное какое-то выражение. Кирка и кинжал. Что-то вроде плута, да? Интересно. Вот такие вот, собственно, герои нам попадаются. Черт, в эту игру хочется играть, она крутая. Честно говоря, она, ну, непростая, если уж так смотреть, да? Но... О, у нас открылся как раз еще новое подземелье. Фу, надо заканчивать, потому что я уже заигрался реально час. Игрушка интересная, игрушка хардкорная, то есть нее стоит поиграть. Как видите, мое кладбище за час игры остается пустым. Это либо из-за того, что мне везет, либо из-за того, что я хорошо играю, но это не важно. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Игрушка хорошая, советую вам поиграть. Тем более, что игра сделана и энтузиастами, то есть людьми, которые реально любят роги игры. А тем более это RPG-шка. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.